Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как испечь быстро хлеб. Хлеб быстрой выпечки. Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И Елена Ермакова – это я. Обнуляем весы. Обнулили ноль. Устанавливаем форму на весы и обнуляем. Этот хлеб очень хорош тем, что когда в доме нет ни крошки хлеба, а есть мука, дрожжи и вода, и хлебопечка, можно приготовить хлеб. Это когда в доме нет хлеба. Сюда пойдет. Буквально за полтора часа у вас будет готов этот хлеб. Сюда мы берем полторы столовых ложки масла растительного. Полторы. Полторы. Далее. У нас идет вода, но не менее чем 35. Опять обнулили градусов. После полторы столовых ложки вода. Растительного масла. Обязательно теплая вода. 360 миллилитров. Соль 1,5 чайной ложки. Соль 1,5 чайной ложки. Сахар 1 столовая ложка. Сахар. Одна столовая ложка. Молоко. 2 столовых ложки. Молоко. 2 столовых ложки. Мука 570 грамм. Обнуляем наши весы на ноль. Поставили нолик. И мука. У нас должно быть 570 грамм. Четыреста девяносто два, 530 у нас, 557, 68, 73. 570 грамм. Мука 570 грамм. И дрожжи сухие. 3,5 чайной ложки. 3,5 чайной ложки. Раз, два, три.
и с половинкой. 3,5 чайных ложки. И все это мы ставим на 5-ю программу. Называется «Хлеб быстрой выпечки». Закрываем печку и включаем. Дорогие друзья, буквально за каких-то 1,5 часа и у нас готов прекрасный, свежий и, главное, свой хлеб. Подписывайтесь на мой канал.